Вятские старости. В этот день 100 лет назад вятские газеты писали. Полиция Старой Вятки следила не только за общественным порядком, но она, не стесняясь, предъявляла требования к местным властям по улучшению городских дорог и добивалась их выполнения. Об этом можно было узнать из газеты «Вятская речь» 100-летней давности. Вятский полицмейстер обратился к городскому главе с просьбой сделать немедленное распоряжение об исправлении образовавшихся выбоин почти на всех мощеных улицах, из-за чего ломаются экипажи. И если эта просьба не будет исполнено, полицмейстер привлечет городскую управу к ответственности, как привлек за неочистку площадей. Театральная жизнь в Старой Вятке всегда была активной. Вятская публика доброжелательно принимала приезжих артистов. Об окончании одних таких гастролей можно было встретить заметку в газете «Северное слово» 100-летней давности. В Вятке закончились гастроли Невского фарса. Прощальные спектакли «Пикантная история» и «Сел в капусту» прошли с обычным успехом, вызвав среди зрителей такой хохот, от которого, как говорится, стон стоял в театре. Но публика не только смеялась, это не бог весть какой показатель, а и награждала артистов дружными аплодисментами за их выдержанную игру, в которой, тем не менее, выделялись госпожа Ангарова и господин Вронский. Остается пожелать нашим веселым гостям, чтобы они в дальнейшем своем турне имели, кроме художественного успеха, еще и материальный. Приезд труппы лилипутов в 1912 году вызвал бурю эмоций. Все их выступления понравились жителям Вятки, которые принимали этих артистов очень доброжелательно, о чем и писала газета «Северное слово». В городском театре прощальный спектакль «Труппы лилипутов», данный в пользу местного отдела общества спасения на водах, прошел с большим материальным успехом. Танцы сестер Парфеновых в дивертисменте вызвали громкие аплодисменты всего театра. Перевозка пассажиров общественным транспортом имела погрешности и 100 лет назад. Вот что писала газета «Вятская речь» того времени, называя это очередным экспериментом городской управы. Приезжающие в Вятку с утренними поездами пассажиры не находят ни у вокзала, ни поблизости извозчиков. Оказалось, что городская управа отобрала у извозчиков, которые не уплатили налога на извозный промысел, номера. А это все равно, что запретить извоз. Объявлений же о времени уплаты налога со свойственной ей предупредительностью управа, конечно же, не делала. Вятские старости. Новости из прошлых столетий.